Сегодня же поговорю с дядей, найду себе замену и уйду на полставки. Хочу в полной мере насладиться радостями материнства. Ты подожди еще планы строить. Вначале надо удостовериться, что это правда. Да нет, я даже отказываюсь думать о другом. Летом отдохну, осенью тоже возьму отпуск, поеду на дачу, буду яблоки собирать, толстеть. Лидия Петровна. Ой, Варенька, проходи. Ты сегодня ранняя пташка, да? Так у меня повод. У вас что-то случилось? Ой, да нет, все нормально, мелочи. Просто голова болит сильно. Ну, лучше рассказывай, что там у тебя. Ну что? Вот. Да неужели? Я сама не верю. Сейчас срочно сдаем анализ на ХГЧ. Затем смотрим на УЗИ. Подействовало лекарство. То что? Муж-то рад? Да не знаю. Мне кажется, он еще пока не понимает, как реагировать. Чего? Обрадуется, куда денется. Давай, беги срочно в лабораторию. Как только будет готов результат, сразу ко мне. Хорошо. У вас точно все нормально? Все нормально, Ванька. Спасибо. И под ноги смотри, мамаша. Да, алло, Олег Иванович, здравствуйте, это Ворошилова. Здравствуйте. Я вернулась? Что значит вернулась? Я решила и вернулась. И что ты хочешь? Да, я бы хотела возобновить аренду. Поздно, дорогая моя. Помещение сдал. В смысле, как вы сдали? А ты думала, здание в центре города простаивать будет? Снял один товарищ. Арендовал до конца года. Подождите, а как? Мне что, новое ателье, что ли, искать? Ну да. Нет, стоп, это невозможно, у меня клиенты привыкли к этому месту. Но это твои проблемы. Так, давайте сделаем так. Дайте мне телефон этого товарища, и я ему позвоню и уговорю его. Пожалуйста. Нет, это строжайше запрещено контрактом. Но товарищ, который пожелал остаться неизвестным, сказал, что ты пока можешь пользоваться ателье. Так и сказал. Когда вернется, пусть пользуется. А он меня знает, что ли? А кто это? Почему он сказал, что когда вернется? Не знаю, Кать. Не хочу лезть в ваши игры. Разбирайтесь сами. Так с кем мне разбираться? Сама думай. Ну все, пока. Желаю продуктивного трудового дня. Вам тоже. Ну дела.
А через сколько будет готов анализ? К полудню, может, чуть раньше. А можно чуть пораньше попросить вас? Спасибо. Ну, что, дорогие мои? Все вы готовы обрести себя и стать счастливыми за 2 дня? Да. Так? Да. Готовы? Да. Прекрасно. Так. Так, Владимировна, значит, да? Да, Владимировна. Мы ей говорили, что надо по-европейски одно имя написать, а она... Решила выделиться. И молодец, молодец. Потому что именно у Ларисы Владимировны есть шанс обрести себя, поймать удачу за хвост и решить все проблемы одним днем. Аплодисменты. Именно с тебя, Лариса Владимировна, прошу, мы и начнем наш показательный инструктаж. Ты должна нам назвать 5 своих самых сильных качеств. Легко. Я красивая, юная, остроумная, сообразительная и уверенная в себе девушка. Да что ты. А что ж ты с таким багажом у нас здесь делаешь-то, а? Себя ищу. А-а-а. И где ты заблудилась? Да в лесу, наверное. Знаете что, идите вы все и верните мне обратно мои деньги. Стоп! Стоп. Деньги мы не вернем. Потому что обучение началось вовремя, и все обязательства по договору мы выполнили. А теперь ты можешь делать все, что захочешь. Ты действительно решила уйти? Ты же пришла за помощью? Ну, пришла. А просить не умеешь. А почему? А потому что в твоей голове засело глупое и совершенно искаженное понимание того, что просьба равна унижению. И это заблуждение многих присутствующих здесь. Правильно? Да. Да. И я не умею просить. И я тоже не умею. Вот именно. Мы либо требуем, стучим кулаком, либо обиженно молчим, либо ждем, когда кто-нибудь догадается и принесет нам желаемое на блюдечке. Точно, точно. Ой, да. Вы так руку кладете прямо. Так. Первое задание сегодняшнего дня. Вы должны выйти на улицу и в течение часа собирать милостыню. Как? Я? Вы все. Ничего себе. Мужчина, а вы? А Лидия Петровна... Вышла на минутку. Яночка, мне там сказали, что она забрала мои анализы из лаборатории. Да, то есть нет.
Нет, ну, они еще не все пришли. В смысле не все? Ну, спроси у нее сама. Ладно. Хорошо. Думаю, надо проверить гинекологию и почки. Господи. Тест может быть ложноположительным по многим причинам. Это не обязательно онкология. Согласна. Тогда хотя бы уж доброкачественная. Да, вот вам и новейшая разработка. Посмотрим на ультразвуки. Если найдем новое образование, возьмем биопсию. Но сейчас самое важное – это настрой. Вы отвечаете, Родион Игоревич, за положительный, по возможности, радостный настрой. В этом деле я сейчас помощник слабый, конечно. Но я постараюсь, вы правы. Главное – это настрой. Ну что, вместе пойдем? Да, конечно. Да все обойдется. Дай бог. Таблетки больше принимать не будем. От греха подальше. Это правильно, в конце концов. Всегда есть альтернатива – детдома, усыновление. Главное, чтобы Варя здорова была. Главное, чтобы Варя была здорова. Послушай. Все нормально. Варька, мы все с тобой переживем. Послушай. Почему вы ничего не говорите? Ну все, все. Спасибо, спасибо. Помогите творческому человеку. Благодарю, спасибо огромное. Помогите, пожалуйста, творческому человеку. Спасибо, спасибо. Молодой человек, не откажите в помощи. Благодарю. Вот она, эта маленькая зараза. Сейчас возьмем материал на биопсию, убедимся, что со стороны онкологии все чисто. Затем уберем лишнее и начнем новую жизнь. Да. В этом мире или уже в другом? Варя, пока мы не узнаем результаты, не будем паниковать. А через сколько будет результат? Через 2 дня. Ну все, вставай. А я, дурочка, обрадовалась. Уже все распланировала. Варик, послушай, а может быть мы... В общем, у меня есть идея. Какая идея? Давай с тобой, раз уж сбилось расписание, закатим романтический вечер. Я не поняла сейчас. Ну вот сегодня вечером куда-нибудь завалимся с тобой. В клуб, в какой-нибудь, в ресторан, там натанцуемся до упада. Потом любовью займемся без всяких графиков. У тебя бесконечная работа и диссертация. Да вот именно, я каждый вечер доделываю там что-то, редактирую. Могу я хоть один вечер с женой провести, правильно? С своей любимой женой. Ну? Варик. Да я не против. Правда? Ура! Варь, Семен, ну вы куда? Мишка, не обед, а что случилось? Забыли? Что? У нас же сегодня матч. Вы обещали со своим мужем приехать. Сегодня? В 6 часов вечера. Прости, у меня никак не получается. У нас просто с мужем важное мероприятие, там, свое. Жаль. Да, мне тоже жаль. Ну, вы же выиграете.
Хорошо. Обещаешь? Пока. Пока. А привет тренеру передать? Да ты всем передавай привет. Давай, удачи. Варенька, я как-то рассчитывал на совместный обед. Ну, я все-таки рассчитываю на совместный ужин, романтический, если он в силе, конечно. Конечно, все в силе. Я забронировал столик в ретро-клубе. Но сейчас ты куда убегаешь-то? Да у меня важное дело одно. Так что я без обеда. Ну, давай, пока. Угу. До вечера. Пока. Родион Игоревич, здрасте. Какие планы на вечер? Да есть свой план, Татьяна. Сегодня брейк. Ого! А ты не жульничала? Да точно, жульничала, поди. Ну, вообще-то я пришла на тренинг не для того, чтобы вам что-то доказать, а для себя. Все слышали? Мы делаем это для себя. И нам плевать на мнение окружающих. Что там на улице, что здесь в группе. И запомните, что всегда найдутся те, которые будут нас осуждать, независимо от того, правы мы или неправы. Но и найдутся те, которые нас поддержат. Плевать на первых, опирайтесь на вторых. Всем браво! Молодцы! Прошу вас присаживаться. А с деньгами-то что делать? Может, пиццу купим? А что, отличный вариант, по-моему. Давайте купим пиццу. Раздать всем поровну. Сейчас поровну. Трудились-то все по-разному. И везло всем по-разному. Так, стоп. Что это за анархия? Я знаю, что надо делать дальше. Вы должны приумножить ваши капиталы, пустить их в дело, заставить их работать. Это что, как? Ты уже на улицу? Это невозможно. Это... Закопать на поле чудес в стране дураков. В банк надо положить. Вот вы мне и расскажете, как. Сами придумаете, сами реализуете, да? А время на выполнение второго задания у вас будет ровно столько, сколько у вас ушло на сбор милостыни. Но каждая из вас должна приумножить свои доходы минимум в два раза. И я вам гарантирую, что те, кто успешно выполнит это задание, уже в ближайшем будущем ждет большое вознаграждение в реальной жизни. Опять ваши фокусы. А ты что, не веришь? Да откуда вы знаете, что будет в реальной жизни? Может, на кого-то он кирпич упадет, а кто-то в лотерею выиграет. И это точно никак от вас не будет зависеть. Стоп! Ты, конечно, можешь уйти. Можешь. Но тогда ты потеряешь шанс проверить себя до конца. А можешь попробовать и сказать: круто, это работает. И сказать: эта фигня не работает, я тоже смогу? Конечно, конечно. Но сначала ты должна попробовать. Иначе ты не имеешь права критиковать. Ладно. Помогал на пасеке, никогда не жаловался на усталость, ухаживал за стариками своими и чужими. Считаем, что Егор – образец честности и порядочности, настоящий российский строитель. Какие же они милые и прекрасные. Жаль, эта характеристика нигде не пригодится. А я вам могу ее отдать. Вы будете читать, будет приятно. Да, спасибо. Как они там? Тетя Розана восстановилась? Ну, держатся оба. Сложно, конечно, пережить такое горе. Ну, вы понимаете. Они вам все про меня рассказали? Рассказали, что мечтали дочь выдать замуж за вас. Лучшая рекомендация, я считаю. Да, вы знаете, я тоже мечтал. Я даже по первости не замечал ее увлечения этим. Думаю, может быть, все-таки это мой ребенок. У них поначалу все было не гладко. Он то пропадал, то появлялся. Я приходил и утешал, хотя, честно говоря, хотел убить этого вашего Родиона. И вот когда они в очередной раз поссорились... А, впрочем, это не важно. Нет, это важно. Ребенок был не мой. Карин, когда забеременела,
Я обрадовался, сказал, может, я отец. Она засмеялась мне в лицо, сказала, что я дурачок, что женщины в таких вещах не ошибаются. Знаете, она очень любила вашего мужа. Извините, лишнее говорю. Нет, я вам благодарна за вашу откровенность. Для меня это важно. Очень хочется по жизни делать что-то важное. Не тратить время на мелочи. Прекрасно выглядишь. Ты тоже. Здравствуй. Слав, спасибо тебе большое. Это очень приятно, когда приезжаешь, чувствовать, что тебя ждут. Что я сделал? Ты же мне помог. Я... Или это не ты? А, нет. Это я. Господи, какая же я дура. Мне главное вообще, почему я решила, что это может быть ты. Нет, я знаю почему. Потому что, когда уезжаешь издалека, все люди кажутся добрее и благороднее. Да. Да-да-да. Что произошло-то, а? Кто-то оплатил аренду моего ателье, пока меня не было. Ну это не я. Нет, не ты. Но я бы мог это сделать, ты понимаешь, да? Ну, это не отменяет же, что мы можем съесть пару десертов. Ни в коем случае. Будьте добры. Я очень голодная. Пожалуйста, у меня здесь есть вот этот вот чай на аперитив. Да. Егор, я вам верю. Я верю, что вас подставили, и вы не брали взятку. У меня только один вопрос. Как я могу вам помочь? Ну, помочь мне можно только одним. Это уличить Фингарета. Воровать он будет, будет по-крупному, но осторожно. На первом этапе можно сэкономить на фундаменте. Бетон купить некачественный. Я просто не совсем буду понимать, действительно ли он экономит на материалах, потому что я не специалист. Я понимаю, о чем вы говорите, но вы можете заметить экономию на коммуникациях. Бумага, ручка есть у вас? Да. Значит, смотрите. При закладке фундамента делают подвод электричества. Кабель должен быть дорогой и большой в диаметре. Можно сделать тоньше, этого никто не заметит. Но он просто сгорит при эксплуатации. И что тогда? Будут менять. Новый проложат. Дальше это уже никто не проверит. Предыдущий кабель закопан. Я вам напишу в марке кабеля, который ни в коем случае нельзя использовать на вашем объекте. Варя, вам придется за ним следить. Справитесь? Да, я постараюсь успеть. Ну, в смысле, постараюсь его подкараулить по возможности. Ну и что, и расскажи мне, почему ты вернулась? Ты знаешь, я поняла, что лучше быть головой мухи здесь, чем хвостом слона там. Собственно, талант как вода, везде протечет. Да-да. Ну и как же после твоей неудачной попытки штурма столицы не начался творческий кризис? Нет, нет, что ты, наоборот. Я создала коллекцию обалденную. Правда, она не понравилась Цветкову, но это не важно. Хочешь посмотреть? Ну, да, конечно. Спасибо. Это просто прекрасно. Слав, у меня идея. Ты мне поможешь сделать показ? Мы
Мне вот эти, эти и эти. На все. Хорошо. Желтеньких тоже? Считайте. Ой. И вот еще. Угу. Спасибо, девушка. Значит, справа слайды. Слева слайды, посередине модель. И она в таком необычном состоянии, с такой улыбкой, как грибной дождь. Понимаешь? Дождь, солнце. У меня есть такое платье, очень подходящее. Слушай, ох, мы с тобой создадим совместную коллекцию. Это будет, знаешь, как это будет, прорыв. Есть одна угроза. Нет. Нету. Катя, нету. Что ты на меня так смотришь? Нету угрозы, нету риска. Никаких личных отношений. Никаких вообще. Девушка, разрешите, пожалуйста, я цветочки предложу. Проходи, спасибо. Молодой человек, купите даме цветы. Лучший подарок. Мы возьмем модель. Неизвестную. Непрофессиональную, юную модель. Вот. Купите цветочки, молодой человек. Девушка, подойдите сюда, подойдите. Вот смотри. Вот в шляпе с корзинкой грибница. Молодой человек, купите цветочки, красивые, нежные, как ваша спутница. Привет, Катюш. А вы знакомы, что ли? Да. Это невероятно, но да. Да? Лариса, Вячеслав, это... Мой бизнес-партнер. Давайте, я вас куплю все. Присаживайтесь, я вам сейчас объясню все. А? Цветочница. А? Вот. Варвара Семеновна. Ну что, вы идете? Да нет пока, мне нужно разобраться с историями болезни. А может позже, когда прием не будет? Я не привыкла ничего откладывать на потом. Ну, буквально 2 часика, думаю, так. Ой, Варвара Семеновна. Работа работой, а про личную жизнь тоже забывать не стоит. А кто про личную жизнь забывает? У меня все с непорядки. Мы сегодня с супругом, например, хотим поужинать в каком-нибудь ресторане. Устроить себе, так сказать, романтический ужин. Ага, слава богу. В центре-то шушукаются, что молодожены ходят по отдельности. Ладно, все. Счастливо, пока. Хорош! Хорош, мальчик, да! Молодцы. Вова! Тихо, пусти, отошли, посмотри. Отошли. Отойди. Алло, Варь, привет. Ваня, мы же с тобой договаривались, что ты больше сюда не звонишь. Варя, у нас ЧП. Что случилось? Мишке плохо? Да нет, с Мишкой все в порядке, игроков, черт, а вот с вратарем что-то случилось. Врач не знает, что делать. Ну, а что, это травма? Он потерял сознание. Вы скорую вызывали? Скорую не вызывали, но тут что-то странное, но вроде не смертельно. В общем, я не разбираюсь в этом. Приезжай, пожалуйста. Я звоню тебе первой. Хорошо, я приеду. Спасибо. Да, ждите, я приеду. Мы не сразу поняли, что произошло. Упал и лежит. Подумали, травма. Оказалось, просто уснул. Представляешь, просто уснул. Ну как такое возможно во время игры? Вова, ты как себя чувствуешь сейчас? Да нормально я себя чувствую, 100 раз уже объяснял. Ничего у меня не болит, нигде не ранен. А они даже умыться не дают. Кипиш подняли. Родители знают? Да, сообщил, но они в другом городе живут. Поэтому ждем команды от тебя, ехать им сюда или нет.
Это, наверное, я виноват, да? Слишком сильный был удар. Никто не виноват. Нормально у тебя удар. А что произошло, нам поможет Варвара Семеновна разобраться во всем. Ты же поможешь? Для начала вы подождите, пожалуйста, за дверью. А мы еще раз с Сергеем Николаевичем осмотрим Вову и отпустим тебя в душ. Договорились? Угу. Пойдем. Пошли, пошли. Спасибо тебе. Вов, мы с Сергеем Николаевичем врачи, тайны хранить умеем. Расскажи, с тобой это часто случается? А пацанам не расскажете? А то засмеют. Нет, нет, честная и болицкая. Тут дело не в игре. Это огромная тайна, можно сказать, государственная. Могила. Я тоже. Они меня изучают. Кто они? Инопланетяне. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас все готово. А ваша барышня очень подъехала? Моя жена. Она, как и положено всем женщинам, слегка задерживается. Хорошо. Пройдемте, я вам покажу. Место у вас будет особенное. Музыканты приготовили вам сюрприз. И вечером они исполнят вам несколько песен. Прекрасно. Вы говорили, ваша жена немного консервативна? Да, мы поэтому и выбрали ваше заведение, а не какой-нибудь клуб. Отлично. Потому что сегодня вечером у нас будет и танго, и ретро-диско, и, конечно же, классика. Очень хорошо. Так что точно не заскучайте. Ну, располагайтесь. Приятного вам вечера. Я пока пойду распоряжусь принести аперитив. Благодарю. Ты сказал, инопланетяне, да? А где они приземлились? Наверняка же они на летающей тарелке, да? Если вы серьезно интересуетесь, а не издеваетесь надо мной, то я могу показать это место. Вова, я вовсе не издеваюсь, я очень серьезно. Более того, в некотором роде я тоже исследователь и немного коллега твоих инопланетных друзей. Варвара Семеновна. Сергей Николаевич, принесите, пожалуйста, две чашки крепкого чая с сахаром. Спасибо. Это было недалеко от нашей старой квартиры. Мы тогда жили на первом этаже. А я по ночам часто вылезал из окна и ходил по двору. Почему вылезал? Тебе было душно? Да нет, я не помню. Это вообще во сне происходило. Мне мама тогда еще лунатиком обзывала. Угу, так, дальше. Вот, однажды я встретил их. Мне легче будет нарисовать, можно? Да. Садись за стол. Вот бумага. Карандаши, ручка, что нужно? Так, и они общались со мной без языка. Прям мозг в мозг, представляете? Телепатия. Типа вот. Сергей Николаевич, спасибо вам большое. Мы буквально 5-10 минут. Им нужны сведения о человеке. Они забирают у меня всю информацию. А в тот момент, когда они ее забирают... Ты внезапно отключаешься и как будто бы засыпаешь. Правильно. Вы что, уже слышали про такое? Все вокруг думают, что ты заснул. Ты на самом деле не можешь пошевелиться, но ты видишь своих друзей, верно?
Вера, ну так они забирают у меня всю информацию. Мой опыт, как мультики, быстро-быстро перекочевывает к ним. Круто, правда? Ты кому-нибудь про это рассказывал? Попытался один раз, когда меня мама начала ругать, что вместо того, чтобы делать уроки, взял и уснул за столом. Но она не поверила, конечно. А отец... Отец ничего не сказал. У меня есть подозрение, что он понял, о чем идет речь. Почему? Мне кажется, что с отцом у них тоже связь. Иногда он тебя слушает и как будто бы не слышит. Смотрит вот так. Минута, две. А потом очнется и дальше как не бывало. Так, ладно, давай сделаем паузу. Ты пей чай, а мы дальше будем думать, что с этим делать. Главное сделать так, чтобы они мне в футбол играть не мешали. Ты, главное, не волнуйся. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас ожидает? Да. Вас проводить, может быть? Нет, спасибо большое, я сама. Позже. Ждала одну, пришла другая. Ты как меня нашла? Ну, я слышала днем, что ты забронировал столик в ресторане. Решила заскочить, составить тебе компанию. Знаешь, ужин в гордом одиночестве – это вредно для здоровья. Что ты знаешь? Знаешь, где Варя? Ну, к ней прибегал какой-то мальчик. Пригласил ее на футбольный матч. Якобы они заранее договаривались. Есть что-то будешь? Нет. Пить? Нет. Ну, что ж тогда пришла сюда? Танцевать хочу. Ну что? Ну что, нужно проводить обследование. Но это не мой профиль. Нужен нейропсихолог. Такой специалист есть у нас в центре. Поехали? Да нет, он уже ушел поздно. Завтра утром я буду ждать Вову в лаборатории. Сергей Николаевич сможет с нами поехать? Я сам Вовку привезу. Я головой за пацанов отвечаю перед их родителями. Надо бы родителям об этом рассказать. Угу. Потому что если мои подозрения подтвердятся, болезнь серьезная. На футбол-то он играть сможет? Ну... Но это первое, что он меня спросит, когда я к нему приду. Пойми, для них, для нас, игра — это все. Да я все понимаю, но это могут сказать только специалисты. Я пойду, меня ждут. Подожди. Варя, я на тебя сегодня смотрел, и... Это все глупо. Глупо то, что мы не вместе. Жизнь проходит не так. Жизнь проходит, Вань. Вот именно, она проходит. Я не хочу тебя терять. Пойдем ко мне. Вань, как ты себе это представляешь? Ну хорошо, я приеду к тебе сегодня, и что? А что я мужу скажу? СМС напишу? А нет, я в социальных сетях сделаю объявление. Роди, а мы с тобой разводимся. Так? Да. А что дальше? Ну, а дальше он, как современный человек, тебе ответит. И вы разведетесь с ним по интернету. Не вижу ничего смешного, Вань. Ну, а что будет, если я к тебе сегодня приеду? Мы будем счастливы. Я так не могу. Thank you.
Идея. Было. А сегодня в нашем танцевальном ретро-марафоне побеждают... Молодожены! А так это молодожены! Тогда все ясно! Татьяна и Родион. Татьяна и Родион! Принеси мутуху, пожалуйста. Поздравляю. Спасибо! Борька! У-ху! Спасибо. Спасибо. Твоя жена. А свою победу в этом танцевальном конкурсе я посвящаю своей жене Варваре. Прикольно. Мужик выкрутился. Официально. Молодец, поедем. Давай за столик сядем. Ужинайте. Извините, пожалуйста. Ладно, подожди, куда ты? Ты зачем девушку одну оставила? Хотя бы оплатил бы счет. Ты все неправильно поняла. Я ждал тебя здесь столько времени. Решил почитать материалы по диссертации. Позвонил Татьяне, она мне их привезла. Да, она привезла тебе материалы, ты прочитал их, вдохновился и решил станцевать аргентинское танго, верно? Да, она меня попросила. Ну, любит она эти конкурсы. Что, мне ей отказать было? Нет. Услуга за услугу. Что здесь такого-то? Все правильно, все хорошо, Роль. Я целый вечер тебе звонил, у тебя телефон был включен, разве не так? Это больше не имеет никакого значения. Мне правда надо идти. Я наконец начала ценить время. Сейчас. Привет. Привет.